Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Продается дом в Красногвардейском районе. 450 тысяч рублей. Возможны варианты. Телефон 8 922 624 84 30. Цех корпусной мебели приглашает специалистов универсалов. Изготовление, монтаж. Телефон 8 987 773 40 52. Требуется оператор фрезерного станка с ЧПУ со знанием программ ArtCAM CorelDRAW. Зарплата 60 тысяч рублей. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Звонить 23 42 42. Требуется водитель с категории Е. Телефоны 23 26 61 или 42 63 31. Требуются автомойщики. Телефон 60 60 06. Требуется сварщик, ученик сварщика. Телефон 22 40 77. Требуются специалисты для технического обслуживания и ремонтных работ технического оборудования в городе Оренбурге. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Телефоны 96 42 02 или 8 905 880 81 51. В ресторан требуются кондитер-пекарь и водитель на грузовой автомобиль «Ларгус». Телефон 97 98 06. Требуется автомойщик в автосалон. Звонить 43 73 73. Предприятию «Кушкульские теплицы» требуются сотрудники. Сдельная оплата труда от 20 до 45 тысяч рублей. Обращаться Шарлыкское шоссе 30А, телефон 38 77 22. Требуется менеджер-логист. Звонить по телефону 42 63 31. Компании «Склад-сервис» требуются сторожа, кладовщик. Телефоны 23 76 64 или 23 76 71. Требуется продавец. График работы 2 через 2. Зарплата 20 тысяч рублей. Телефон 8 909 616 61 97. Требуется сборщик окон ПВХ. Зарплата высокая. Телефон 92 11 26. Приглашают закройщика и швей в швейный цех. Телефон 22 38 39. Требуются слесари-сантехники, уборщицы, дворники. Телефон 43 80 38. Требуются охранники на объекты в городе Оренбурге. Телефон 42 47 97. Требуется разнорабочий. Зарплата от 30 тысяч рублей. Телефон 92 11 26. Требуются охранники. Работа сутки через двое. Телефон 8 932 858 94 61. В Оренбургстат требуется заведующий хозяйством с опытом работы по федеральному закону номер 44. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Соцпакет. Звонить по телефону 72 73 38. Телерадиокомпания приглашает на работу менеджера по рекламе. Звонить в рабочее время по телефону 31 74 51. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Внимание! Видеоблокнот теперь и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону в Оренбурге 31 24 00.